Пришло время съездить на Озон за подарочками. Давайте съездим. Подъезжаем к Озону. Уже, наверное, все знают, как выглядит Озон в Белимбае. Благодаря нам. Нам уже пора, наверное, давать какие-то бонусы за рекламу пункта выдачи Озон в Белимбае. Ну, не знаю. Ну, наверное, пора. Хотя, наверное, никаких бонусов и нет. Ладно, пойдем. Пойдем. Здравствуйте. Ну вот, получили мы в Озоне, значит, пришел мешок корма, пятый, который мы заказывали, 5 мешков, 4 получили 2 дня назад. Пришел доксициклин, антибиотик, вот этот вот, тут еще какой-то, я не помню, тоже лекарства пришли. Пришла лайма, чтобы мыть полы. Пеленки одноразовые и стиральный порошок Лена нам отправила. Спасибо, спасибо огромное. К сожалению, помню, что прислала нам Лена из Ивделя, прислала нам Лена Ванифатьева и Олеся Белякова. Вот, три девушки нам послали подарочки. Спасибо, друзья, огромное. Все, двигаемся дальше.